Привет, зритель. Как ты можешь понять по моим волосам, я тут подстриглась. А еще у меня новый лак. Я решила, что надо записать что-нибудь, допустим, АСМР. Потому что его вставлять в заставки концовки не надо. Максимум там лепить этот «Поддержи канал Лёльки». Даже вот в самом начале скажу «Поддержи канал Лёльки», если хочешь. Донатом. Ну и, короче, это как бы кошку я временно в коридор отправила, потому что она тут прям почуяла своей пятой точкой, что у меня тут это что-то собирается быть. Ну, я таким тихим голосом говорю, короче, а потом будет просто пакет. Вот, видишь, пакет, я хотела тебе показать просто свое лицо, свои ноготочки, свою помадку эту, которую Влад еще дарил подписчик, и, по-моему, она уже подзаканчивается, я еле ее наскребла. Никсовую помадку. И сейчас я просто переставлю камеру фокусом на пакетики. У меня тут мешочек, я не знаю, надеюсь, что там все-таки пакетики. Тот самый АСМР с пакетиками. И вы будете втыкать на, надеюсь, на ногти. Я куда-нибудь сейчас тут сдвину свою вот эту штуку. Надо сначала опустить только. В общем, это АСМР с пакетиками. Хотела сначала без света записать, но поняла, что мне лично будет темновато, а тех, кого попоболее, то, что лампа бликует с моим лбом, правда, сейчас это пакет, ну, короче, то, что бликует лампа, сейчас вернусь, с моим лбом, вот, с моим лбом она сейчас немножко бликует, потому что у меня кожа хорошая, чистая и свежая. А у кого там мадам какая-то написала, типа, а кожа почему бликует, хотя в видео сказано почему, ну, есть правда только ее и никакая. Короче, если кого-то побулит от того, что у меня лампа отражается толба, то вопрос к вам, а вас побулит, когда кольцевуха отражается в глазах? В общем, ладно, вернемся к рукам. Сейчас будет у нас АСМР с пакетиками. Если попробую это как-то. У меня тут есть, вон там, он, вот она, коробочка из-под конфеток. Если вы хотите распаковочку такой коробочки с конфетками, то можете мне подарить, либо задонатить на такую коробочку. Потому что на самом деле это просто декоративка, пустая. Мне подогнали для АСМРов. А конфетки сами слопали. Так, сейчас я планшетик положу сюда, он просто жрет, потому что я внезапно забыла его зарядить. Там было 18% заряда. Ой. Может, чуть-чуть еще пониже опустить. Вот она жрать не хочет. Может, наоборот сделать. Я надеюсь, что она питается.
Сколько у меня всякого барахла, да? Я сама даже не в курсе была.
внезапно. Сколько у меня барахла. Знал бы ты, зритель, как прикольно руками разглаживать эту хренотень. Не, пупырок будет мало. Пупырок, если что, отдельно сделаю. Отдельными пупырками.
Ну, как бы усё. Вот это мусорный перегородку. Вот тут пакетики. Это совершенно новый пакетик. В нем сегодня забирала утяжелитель для ног. А тут пупырки. Надеюсь, вы словили мурашку. Может быть, даже уснули. Коли так, то круто. Пока.